Есть легенда, что все звезды когда-то были людьми. По неосторожности они перешагнули через священную грань и навсегда заблудились во мраке полярной ночи. Нум сжалился над людьми и поставил на границе между небом и землей своего часового, белого медведя, сэр Варка. Весной, когда день становится белым, как шкура медведя, сэр Варк покидает свой пост. Ведь люди при свете дня уже четко различают черту священной грани и, значит, уже не заблудятся. Белый или полярный медведь – один из самых крупных наземных представителей млекопитающих отряда хищных. Его длина достигает 3 метра, масса – до 1 тонны. Самые крупные водятся в Беринговом море. Самые мелкие медведи обитают на Шпицбергене, самки заметно мельче. Потомство приносят в возрасте 4-8 лет и раз в 2-3 года. Берлоги, чтобы вывести потомство, предпочитают рыть в снегу на островах Врангеля и земля Франца Иосифа, собираясь большими группами до 200 медведиц. В помете каждый не больше 3 медвежат. Самое удивительное, что рождаются такие великаны весом всего до 800 граммов. Через 3 месяца самка вместе с ними покидает берлогу и переходит к бродячему образу жизни. Медвежата остаются при ней до 1,5 лет. Все это время медведица кормит их молоком. Взрослые медведи питаются рыбой и морским зверем, обладают исключительным зрением и нюхом. Белые медведи – хорошие пловцы, способные развивать скорость до 7 км в час, в поисках пищи плавают на большие расстояния и без страха посещают прибрежные поселки. Частые гости в Усть-Каре, Бугрино, Вандерме. Продолжительность жизни полярных медведей – 30 лет, включены в Красную книгу –